я читал Тынянова, Пушкин. И как-то меня так захватило это. Пушкин, Царское Село, как-то все. Вот, и я написал песню, и потом мы ее пели везде. В Санкт-Петербург приехали, спели, а уж в Царское Село-то приехали, как дали там. Вот, и после концерта подошел какой-то человек из фонда русской поэзии и говорит: хорошая песня у вас получилась про Лермонтова. Потому что песня называется «Поручик». А поручиком-то был Лермонтов. Он говорит: ну вы не расстраивайтесь, потому что Лермонтов тоже служил в Царском Селе. Если вы всю эту ерунду рассказывать не будете, можете просто на концерте объявлять: Михаилу Юрьевичу Лермонтову посвящается. Поручика разорвана шинель, но до Царского Села будет дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до Царского Села будет дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. До тех пор, пока Волторн не стихнет медь, он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха чисто для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха чисто для него. У поручика на ментике узор, и платочек от одной мадемуазель. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Но в одном ему сегодня повезло. Кто-то молится за грешным и ждет. Дремлет Царское Село. Но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Дремлет Царское Село. Но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет.